И снится мне трава у дома. Зеленая трава. И целый день за дни сумасшедшие. Думая, секунда, высока. Не думай. Извините, я на права сдаю, мне нужна справка. И я не думаю. А мне... Секунда свысока. Доктор, мне нужна справка. Свысока секунды. Свысока не трава у дома. Доктор! Чё ж орать-то так? Такая молодая уже, буйная такая. Чё орать-то? Я вот он. Всё в метре стоит. Запишем. Параноидальная психа. Патия. Я не буйная. Я Дарья Вермишелькина, и мне нужна справка. Итак, ответьте на вопрос. Вы будете осторожно водить машину? Да. Соблюдать правила? Да. Молодец. Пристегиваться? Да. Молодец. Пить водку за рулем? Да. Молодец. Так и запишем. Склонность к алкоголизму. То есть нет, я хотела сказать нет. Доктор, вы меня сбили. Нормального человека можно сбить? Села. Руки вытянула. За молоточком смотрим. Туда, сюда, туда, сюда. Не, я же говорю, ненормально. Так пугать-то. Доктор, я нормально. А я не вижу. Пожалуйста, загадайте мне что-нибудь еще, пожалуйста. Встала сюда поближе, я башку себе сорвал. Простите, пожалуйста. Ну? Да. Ну ладно, сейчас еще вопросик такой нетрудный, но тоже башкой думать нужно. Как говорит собачка? Гав, гав. Собачки не разговаривают. Доктор, я хотела сказать, собачки лают, вот так. Фу! Фу! Место! Итого, пишу диагноз, значит так. Психопатия, алкоголизм, плюс легкая шизофрения, ну, полулегкая. И что с этим набором? Вы хотите получить права? Ладно, последний вопрос, так уж и быть. Представьте себе, зима. Вы идете по лесу, собираете грибочки. Вдруг из-за угла на вас прыгает тигр. Сбоку нападает волк. Сзади динозавр. Сверху на вас падает метеорит. Вопрос. Сколько стоит килограмм яблок, если у трактора дверь открывается наружу? Доктор, а метеорит тунгусский или чебаркульский? Так и запишем. Диагноз полностью подтверждается. Так. Значит, иди отсюда, Вермишелькина, чтобы я тебя больше не видел. Чтобы я вообще до твой голоса твоего не слышал. Сколько же психов на права сдают. Это вообще просто невозможно. Я целыми днями вынужден этим заниматься. Потому что, когда человек нормальный, ему очень сложно общаться с людьми, которые... Трава у дома. Здравствуйте. Здравствуйте. Что я говорил? Тоже дура. Как фамилия истеричка? А,
Фамилия есть? Ковш. Как? Ковш. Тоже на права сдаем, Ковш? Сдаю. Что ж, проверим. Как у вас развито логическое мышление? Отгадайте загадку. Маленькая, серенькая, едет и пищит. Я не знаю. Это мышь на велосипеде. Да, да. Хорошо, а что такое маленькая, черненькая, едет, но не пищит? Простой вопрос. Немая мышь. Это тень от мыши на велосипеде. А, доктор. Элементарные вещи. Ну что ж я сижу целыми днями с ненормальными людьми? Да, доктор, вы гений. Сейчас запишу. Я гений. Запишу. Записал. Глубокое шизоидное расстройство. Что нет, я нет, вижу, что нет. Загадайте мне что-нибудь еще, у меня обязательно получится. Еще раз вот так сделайте. Ну, может быть, и получится. Вы подошли к холодильнику. Как узнать, есть там мышь или нет, не открывая холодильник? Слушай, парень, Мария. Это даже задумываться. Ага. Все нормально. Ага. Приложить ушко? Ушко. Зачем ушко? У холодильника должен стоять велосипедик, который оставила мышка. Сложно, да? Очень сложно догадаться. Пожалуйста, загадайте мне что-нибудь еще. Ну, вот только простое, ладно? Ну, что-нибудь такое совсем простое. Полная безнадега, но... Мало ли что. Ага, да-да. Представьте кота. Представила. А почему кот не ловит мышь? Кот не ловит мышь, да? Потому что он катается на велосипеде, который мышь оставила у холодильника. Ну, неужели это непонятно? Ну, я бы вам, милочка, порекомендовал стационар. Только стационар может вам помочь. Отдельная палата. Пожалуйста, ну пожалуйста. Задайте мне что-нибудь еще последнее и легкое. И легкое. Пожалуйста. Ну, проще уже не бывает. Да. Что это, маленькое, толстенькое? В холодильнике сидит и на букву О начинается. Нет! Это мышь! А почему мышь на букву О? Обожралась! Значит так. Да. Шизоидная моя. Вот тебе справка, да, что ты можешь управлять транспортным средством, но только одним. Велосипедом, и чтоб я больше тебя не видел. Вон отсюда! Это же сколько же психов кругом ходит. Следующее! Здравствуйте, доктор. Ха-ха. Пошла тяжелая артиллерия. Вы у нас кто?
Анастасия Ивановна Шпак. Сам так пишу. Тоже за справкой? Да. Ну что ж. А теперь, доктор. Минуточку. Перебила доктора. Перебила. Что-то мне ваше лицо знакомо. Были уже, да? На была. Приеме. Была. Встречались. Виделись уже. Встречались, виделись. Да. Я чувствую, что больная моя. А сейчас, доктор. Стукнула прямо. Это как не написано какая-то парнушка какая-то. Ты такой какой-то, что-то это вы совсем. Это я без на нифига. Диком пляже. На диком, я вижу, что дикость какая-то. Ничего себе. А что это за мужик с пузом обнимает вас? Рожа такая знакомая, такая родная. Здравствуй, Павлик. Минуточку. Помнишь меня? Геленджик. 2007 год. Настенька. Как долго я тебя искал. А я все время... Хочу тебя обрадовать. У нас тройняшки. Коленька, Анечка и Сашенька. Нет, доктор. Шизофрения не прокатит. Только свадьба. А может, я справку вам дам? И фамилию. Фамилию. Да. Так, гражданка. Вы, знаете что, вы ошиблись. Ладно. У вас галлюцинации. Ладно, я потому сказала. Что это лечится. Я могу... Я сказала, я могу... Ладно. Отгадаешь, загадку отпущу. А я... Ну, что ж я готов? Любую... Большое. Большое. Серое. Серое. На диване сидит, семечки грызет. Я знаю, это мышь. Это моя мама. А почему мать твоя, Настя, серая? Замучилась тебя ждать. Все, Павлик, собирайся, тройняшки ждут. Это... Собирайся, Павлик. Я Сюшенька, может, я подожду. Сашенька, я Анечка, Коленька, я здесь им рядом. Я объяснять буду. Дебютка стоялся, по-моему. Молодая артистка, зовут Лана. Фамилия пока неизвестна. Известна Регине. Но... Крымова. Крымова, это, знаете, все-таки это целый полуостров. А может, и остров будет. Да.